Сегодня я хотела бы обсудить с вами дело крайней важности. Разведка сообщает о существовании угрозы, с которой мы еще не сталкивались. Эта организация намеревается провести террористические акты по всему миру. Выбор целей случайен. Им плевать на возраст, конфессию или гражданство. Потенциальные человеческие потери и моральный ущерб невозможно оценить, даже теоретически. Пока что мы не знаем ни сколько их, ни кто. Поддержание мира — это наша цель и долг. Я немедленно возобновляю свою программу, а вас назначаю командующим всеми глобальными операциями. Завербуйте оперативников из лучших подразделений. Протоколами можете смело пренебречь. Мы станем щитом и спасем невинных от тех, кто намеревается причинить им вред. Где бы враг ни объявился, какие бы сюрпризы ни подготовил, команда Rainbow на шаг впереди. Для подтверждения профпригодности вам предстоит завершить 10 стандартных операций. Отправляйтесь в штаб САС. Вы получите первое задание — уничтожение вражеской группы. Оперативник обязан провести тщательную разведку для обнаружения источника угрозы и цели задания. При зачистке будьте предельно внимательны. Учтите, ваш противник прекрасно подготовлен и располагает отменным снаряжением. Стандартных навыков обращения с оружием и умений использовать окружение для решения задач должно быть достаточно. Нейтрализуйте угрозу любой ценой. Противник должен быть уничтожен.
Стойте!
Противник устранен. Задание выполнено. Если ваша задача — эвакуировать цель, медлить нельзя. Проникнув в укрепленное помещение, действуйте оперативно. Иначе не успеете вывести заложника. Для проникновения создавайте бреши. Постарайтесь не нанести вред гражданскому. Пробивные заряды позволят получить тактическое преимущество, устранить противника и спасти цель. Обеспечив защиту цели, идите к точке эвакуации. Устраняйте всех, кто рискнет помешать вам. Удачи! Видим цель. Начинаем эвакуацию заложника. Команда ликвидирована. Цель найдена. Займитесь эвакуацией заложника.
Вижу цель! Успокойтесь, все будет в норме. Вывожу заложника. Заложник у нас. Уводите цель. Враг уже рядом. Защищайте гражданского. Отлично. Жертва спасена. По нашим данным, противник хочет взорвать важный объект. Постарайтесь выбрать безопасную точку входа, избежать боя с противником и добраться до заряда в кратчайшие сроки. Чтобы сэкономить драгоценное время, попробуйте найти применение каната. Достигнув ключевой точки, начинайте отключение взрывного устройства. Вам выдали деактиватор. Его следует установить возле заряда. Держите оборону до завершения работы деактиватора. Задача — найти и обезвредить заряд.
Активатор работает. Ждите противника. Отключение заряда через 5 секунд. Задание выполнено. Заряд обезврежен. Для террористов захват самолета – своего рода реклама. Случайные жертвы, высокая степень угрозы, проблемы противодействия. Факторов, играющих им на руку, уйма. Успех такой атаки позволит противнику привлечь к себе внимание. Вам же придется работать в минимально комфортных условиях. Подобные задания – конек оперативника Эш. Применение пробивных снарядов позволит держать ситуацию под контролем. Устраните противника. Черт, враг скрылся из виду!
Thank you.
Победа. Противник нейтрализован.